Значит, здесь. А здесь мы с тобой, короче, когда вот это вот делали, снимали. Короче, весь файл похерился. А я не помню. Весь файл похерился, дело, как мы зарезали это все делали. Я вот думал, может их заново сделать, отснять, чтобы понятнее было. Вот это делись? Да, ну не, вот эти вот. На паузу поставлю. Всем привет. Так, мы все продолжаем делать. Вот. К сожалению, в тот день, когда мы ставили вот эти вот закладные, у нас упала камера, вот. Повредилась петличка, поэтому звук будет немножко хуже, вот. И пропал файл вот это вот силовой планки. Сейчас я вам на доске нарисую, что она из себя представляет, зачем она нужна. Пойдемте. Поставим на стол. Товарищи студенты. Значит, у нас есть линия карниза. Да? Рисуем его вместе с половой доской. Нам, чтобы лоток поставить, и чтобы снизу была какая-то, ну, жесткость, вот, на что мы потом будем подворачивать лоток, нужна какая-то силовая планка. Поэтому, как рисуем отдельно, мы определим на месте, где у нас будет стоять лоток. Ставим точку. Вот. Там, где у нас будет находиться лоток. Продляем эту линию. Вот. Далее. Нам надо кусочек металла. Ну, можно 0,7, можно даже 0,55. Вот. Но грунтом металла, чтобы он был вниз. Вот. И прикручиваем на 5 сантиметров от ската, то есть если вот так берем сейчас, сбоку нарисовать, вот у нас скат, да, идет. Нам надо эту железку на 5 сантиметров. 50 миллиметров, да, вывести за скат, то есть вот так. Все, мы его прикрутили. Далее, от середины отступаем по 100 миллиметров. По 100 миллиметров. Здесь 100 миллиметров. И здесь 100 миллиметров. Далее, что нам надо сделать? Нам надо, эта вот карнизная планка стоит, да? Если мы возьмем наш скат, да, стоит там карнизная планка. Вот. Нам надо, вот она стоит, если линию положить, нам надо от этой точки, вот они, две точки, да, то есть от середины по 100
Вот. Плавненько сделать радиус к этим точкам. Раз. Два. Сделали. Их убрали. Все. Убрали эти точки. У вас получилась такая конструкция. Далее. От вот этот вот край у нас силовой планш, который рассчитывает 50 миллиметров, да, от него до края отмеряем 280 миллиметров. И рисуем одну сплошную линию. Для чего это надо? Я чуть позже там объясню. Для чего это надо? Эти 28 сантиметров. Далее. Здесь у нас точка есть. Десятка. Здесь есть. То есть от этой точки, где у нас будет 28, да? То есть от этой точки надо отмерить 250 миллиметров в обе стороны. И от этих точек соединить вот с этими точками. Надеюсь, понятно. И дальше я вам покажу, что будет делаться дальше. Так. Вот у нас, давайте посмотрим. Вот у нас 50 это выход за капельник. Вот. Вот у нас отсюда 290 миллиметров. Вот. Отсюда. Дай мне карандашик, что ли, какой-нибудь. Карандашик. Сейчас я нашу. Значит, вот здесь вот у нас от этой линии до этой линии 100 миллиметров. Здесь тоже 100 миллиметров. От линии капельника выпустили на 50 миллиметров. Вот на 50 миллиметров. Далее отсюда вот до этой точки 290 миллиметров. Можно дать 300, 280, ну не суть, разное. Вот. И от этой точки вот до этой точки 250 миллиметров. И отсюда до отсюда тоже 250 миллиметров. Вот. И вот эти вот, эту точку и эту точку мы соединили. У нас получилась вот такая вот трапеция. Все. Теперь нам надо поставить сюда костыли. Так, если я так вот его поставлю. Давай сначала будем ставить в одно, наверное, вместе, потом в другом. Все. Значит так. Первый костыль. Разуклонка.
под уклон к настенного желоба должна быть от 2,5 до 3, ну или даже больше, от 2,5 сантиметров на погонный метр. Не меньше. Там тебе еще какая-то есть, да? Значит, вот эта точка, которая у нас появилась, она у нас получается задняя. Нам надо свести. Эту точку. Еще и станок мешает. А у нас пока вот эти делают вовнутрь? Ну, нам все равно станок делать. А это будет короче. Это будет короче в любом случае. Там меньше их нет, да? А болгарка то, а все мы их резали? А вы сами знаете. По всей видимости, болгарки. 1,5 миллиметра. Всей видимости болгаркой. Если горания нет многомета, многомет идет в горе, да? Значит, поэтому будем делать, скорее всего, из говностали. Так, цена матный кусок примерно сколько? Сейчас мы поставим на паузу, найдем паркетку. Вроде нашел место, где стоит. Даже еще музыки не хватает, да? Давайте там подпишите, что ли, музыку какую-нибудь поставьте. Короче, что могу сказать по поводу вот этих держателей Орима? Ничего. Ничего хорошего, короче, не могу сказать. Удобно, да, какие-то, наверное, на длинных скатах ставить быстро. Пошел, поставил. Вот. Единственное, непонятно, нет у тебя вот большие дырки здесь. Вот. И все. Ну и резать, конечно, допустим, какие-то мелкие части, болгарка резать. Что такое? Гораздо проще, конечно, это все делать с брусом. Ну или на крайняк выгибать из 0,7 цинковки. Но мы работаем на стенде. Возможно, просто дело привычки. Но нам они пока не зашли. Ничего личного.
Когда работаешь с оцинковкой обычной, вот таких вот дыр не остается. Понятно, Орима? Так, у нас там проверяют. Да. Нет. Так, ну можно менять батарейку, показывать, что у нас получилось на данном этапе. Да, нормально будет. То есть вот поставлены костыли везде от Оримы. Единственное напрягает, это вот эта вот дырка в этом месте. Вот. Ну, мы что-нибудь придумаем. Клёп у нас в принципе есть. Какую-нибудь залепуху придумаем. Вот. Так что так. Продолжаем. Ну вот видите, что пришлось сделать с помощью жестянки, чтобы более-менее свести эти костыли. Вот сейчас мы будем делать передники сюда, на эти части. Есть ребята на канале полный разбор, как разрисовывается, как гнется, как ставится, как подводится такая деталь. Это все есть. Не поленитесь, зайдите, посмотрите. Вот. Мы не будем это все снимать здесь еще раз. Зачем? Вот. Это все есть. Единственное, мы, может, покажем, когда мы здесь уже два угла сведем в этом месте, да? И зафальцуем его. Вот. А так все абсолютно все одинаково. Вот. Ну и потом уже будет лоток и все остальное. Поэтому мы не будем снимать от этого все. Там элементарно все просто. Делайте как китайцы, повторяйте, и все у вас получится. Как-то так.